Привет, друзья! Небольшой такой дополнительный, он же бонусный выпуск нашего короткого курса по плаванию. Как за неделю любой человек может научиться эффективно плыть в открытой воде. Мы находимся в Норвегии. Ну и, собственно говоря, решили тоже, в общем-то, провести определенные испытания того, каким образом снаряжение аквасферы пойдет себя в холодной воде Северного моря. Потому что это, ну, не дохапчик с его 26-градусной водой и 50-градусным воздухом, а это конкретно Норвегия. Воздух 14, вода сейчас конкретно, не знаю, 14, может быть, 12, в зависимости от течения. Но сейчас отлив, может быть, чуть-чуть потеплее, все-таки именно 14. Ну и попробую сделать небольшой заплывчик такой, проплыть там каким-то образом. Что еще хочу показать? Хочу показать, наверное, все-таки то, что любой человек, подчеркиваю, любой человек в любом возрасте может научиться плыть эффективно, плыть долго, плыть для удовольствия, а не совершая какой-то подвиг и превозмогая себя. То есть плавание – это прежде всего удовольствие. И, соответственно, хочу, наверное, попытаться вам продемонстрировать все-таки преимущество использования именно двухударного кроля для плавания в открытой воде. Или там, по сути, там Total Immersion, такой новомодной практики плавания. Вот, собственно говоря, Олег Гаврилин, Норвегия, гидрокостюм Аквасфера Челленджер, очки Аквасфера Каен, шапочка Майкл Фелпс, байк Аквасфера. Так, Северное скажем... море, Норвегия. Все. Едем за ним, чтобы мы могли. Голову поворачиваю, там винты, ну все, Матерь Божья.